ужин. Для вас обоих. Сегодня Парвати постилась. Не ругай ее. Она этого очень хотела. К тому же, и ты не ел весь день. Спасибо. Кто там? То есть сегодня ты держала пост? Нет. Нет, я... Я просто помолилась... Сунери вместе. Помолчи. Ты не умеешь лгать. Кто сказал, что я постилась? Кто принес ужин? Она. Она? Ах, да. Мама. От этого ты злишься? Мама всегда преследует тебя. Я просила ее быть подальше от тебя. Но она все равно... Подожди, я с ней сейчас поговорю. Хватит уже. Хватит драмы. Драмы? Какая драма? Драма. Что вы с ней задумали? Вы специально, да? Специально? Да. Да. Откуда ты знаешь? Нет. Когда я увидел тебя испуганной, тревожно. Когда тебе нужно было успокоение матери, она была с тобой. Держала за руку. Я понял, что вы играете. Я понял это. Я знаю, что ты близка с ней. И любишь ее. Ваша связь все та же. Или даже сильнее. Ты хотела переманить меня на ее сторону. Я заметил это. Заметил все. Дурочка. Даже кричала на нее. Ты сердишься? Значит, ты простил маму? Не продолжай. Ешь и ложись. Нет, господин Сисоди, нет нужды волноваться. Госпожа Махини, как мне не волноваться? Я отец девушки. Вы и ваш сын ушли молча. Почему вы ничего не сказали? Я должен был спросить, так ведь? Какие у вас намерения? Намерения у нас хорошие, господин. Мне ваша дочь очень понравилась. Только вот, я думаю... Самрат и ваша дочка должны немного побыть вместе. Да, да. Пусть узнают друг друга получше, верно? У меня важное дело, господин Сисоди. Я вам позже позвоню. До свидания. Хорошо, что ты пришла, невестка. А вот и твой билет. Возьми его. Бери. Как вы могли, матушка? Почему? Как вы могли? Что почему? Как без билета ты сможешь доехать? Я купила тебе билет. Я все знаю, матушка. Все. Я была здесь, а вы повели его к другой женщине. С самого начала я относилась к этой семье, как к своей. Любила всех. Служила вам и помогала. Не допускала вреда. Никогда. Что еще? Ваш сын со мной счастлив. Он меня любит. Но вы ищете ему другую.
А чего ты хотела? Чтобы я повесила тебе медаль с надписью «Хорошая невестка»? Отлично. Чтобы ты была довольна, я сделаю это. Ты носишь наше имя и честь. А что взамен? Скажи, ты можешь родить наследника? Хвастайся тем, что ты хорошая невестка, но мне это не важно. У тебя есть одно клеймо, которое не дает никому покоя в этой семье. Клеймо бездетности. Значит, только это. Только то, что я не могу ему родить. А как же другие мои дела? Они ничего не значат. Причина лишь в этом, да? Да, в этом. И если для тебя это не причина, то для нашей семьи это вопрос жизни и смерти. Это очень важный вопрос, невестка. Чтобы мой сын стал отцом, я готова на все. И я сделаю это. Нет, матушка. Вы ничего не сделаете. Эй! Ты что мне приказываешь? Я могу выгнать тебя из этого дома в считанные минуты. Не забывай об этом. Помни. Я знаю. Когда я шла сюда, мама сказала мне, что у дочери два дома. Родительский и дом мужа. Я не покину свой дом, потому что это дом моего мужа. Я слушалась вас, матушка. Не возражала. Но с сегодняшнего дня больше не буду. Я очень люблю своего мужа. И ради любви мужа я готова на все, слышите? На все. Ого! Мама, осторожнее! Не потеряй сознание. Твоя кроткая невестка научилась говорить. Теперь и она будет говорить с тобой. Она повлияет на мужа еще как. Можно войти, сэр? Заходи. Сэр, вы... Тише. Это ведь тайная операция, сэр. Да. Я отвез пару на рынок. Переоденусь и пойду туда. Слушай приказ. Говори всем, что я на встрече. 2 часа меня не беспокоить. Звонить только по внутренней связи. Даже офицеры не должны об этом знать. Напавший знает о нас все. У него есть свой информатор. Он все... все о нас знает. Сэр, это ведь... риск для вашей жены. У меня нет другого выбора. Но я знаю одно. Пока я жив... Паро никто не навредит. Он просил не покупать пестрые одежды, а ты взяла и купила. Именно такую одежду и купила. Ваш сын очень много говорит, мама. Но вы увидите, я заставлю его это носить. Минуту-минуту. Майор Рудра будет занят 2 часа. Это значит путь чист. Да. С его женой один охранник.
но его легко устранить. Идемте, мама, поедем мороженого. Подождем? Подождем, еще веселее. Братец, дай нам две порции. Мама, кажется, началась служба. Идем. Мы вернемся, братец. Кто-то забыл. Позвонить сэру Сингху? А может, Аману? Нет. Поблагодарить маму за то, что она принесла ужин? Уже поблагодарил. Паро. Ты вспомнишь это потом. Давай ложись спать. Ложись. Подарок на Теджа. Когда я тебя увидел, ты бежала за бабочкой. Очень красиво. Рукмани приносила мне хорошие вести. Она появлялась, когда были добрые вести. Но я давно не видела Рукмани. Это значит... Вот я и принес. Они не улетят. Останутся. Навсегда. Как твой талисман. Как и я. И я буду с тобой. Ты веришь мне? Что такое, Митхали? Зачем ты меня разбудила?
Слишком много вопросов. Это тебе подарок на Тедж. Он что? Он из золота? Да. Ты что, продала украшение? Если мой муж для меня может поститься, разве я не могу продать браслеты? Я могу все украшения продать ради тебя. В чем дело? Тебе не понравилось? Нет. Не это. Тогда что? Миткали, я должен тебе кое-что рассказать. Вчера мама пошла со мной не по делам. А зачем? Она хотела познакомить меня с девушкой. С девушкой? Хотела женить меня. Посмотри на свою одежду. Все такое старое. Белая рубашка стала желтой. Она так заношена. Ее нужно выбрасывать, а не стирать. А вот это что? Этим можно полы мыть. Майор, ты взгляни на это. Куплю новое. Пойдет? Стой. Хотел спросить. А мне что ты купила? Я скажу. Сходи на рынок. Ладно. Рудра, ты забыл, что было вчера? А? Ты отправляешь? Парвати одну? И что? Ей тут сидеть из-за страха? Мы же не можем все время жить в страхе. Но зачем ей идти одной? Хотя бы с тобой. Я пошлю с ней охрану. Отец, там по пути храм. Я хотела и туда зайти, но одной мне... Ты не хочешь идти с охраной? Паро. Ты меня хорошо знаешь. Кстати, мама хотела пойти со мной в храм. Так что, если... Иди, собирайся. Ее я тоже попрошу собраться. Поторопись. Давай. Очень упорно, Парвати. Свадьба. Митхали, не сердись. Я не знал об этом. Мама мне солгала. Поверь мне, я люблю только тебя. Это правда. Я очень рассердился. Я чувствовал, что я даже не хотел возвращаться с ней. Не хотел видеть ее лицо. Поэтому ты мне вчера сказал, что для счастья тебе не нужен ребенок. Что тебе никто не нужен. Даже ребенок. Верно? Скажи мне одно, Самрат. Скажи мне одно. И в последний раз. Тебе и правда не нужен ребенок. И ты будешь счастлив со мной, даже если я не смогу тебя родить. Да, Митхали. Да. Скажу это 100 раз. 1000 раз. Ты для меня все. Я принял решение. Thank you.
Будьте внимательны. Убедитесь, что никто чужой не вошел. Будь осторожна и внимательна. Я всегда внимательна. Я не закончил. Будь внимательна все время. И еще. Из-за дел я отключу телефон на 2 часа. Хорошо. Что-то еще? Нет, госпожа. Еще кое-что. Не вздумай покупать мне пеструю курту. Понятно? Понятно. Куплю светло-желтую. Купи себе мороженое. И не промокни под дождем. Будьте осторожны. Обе. Я говорила, что он оттает. Кстати, мама, до службы еще есть время. Сходим сперва на рынок. Идем.